Рада приветствовать вас на канале Натали Мастерс, мои дорогие друзья. Сегодня нас с вами ждет интереснейший подробный обзор. Мы обсудим разные наборы ADI с системой ADI Click. Обожаю, это мои одни из самых любимых металлических спиц. Это будет подробное болтологическое видео, рассмотрим все нюансы, я объясню вам, в чем различие, и вы сможете для себя решить, какой же набор вам необходим, если вы задумывались о приобретении. Много лет я уже вяжу этими спицами на этих лесочках с использованием данной системы, которая мне очень нравится. И, конечно же, все наборы, о которых пойдет речь, огромный выбор, и не только об ADI. Идет речь в данном случае, вы можете приобрести в моем магазине с доставкой по всему миру natalimasters.com. Удобная гибкая система оплаты, самая разная, вы можете оплачивать любой картой. Любая доставка сейчас актуальна, очень актуальна доставка до дверей курьером с ДЭК. Конечно же, с ДЭК очень выгоден по всей России. Страны СНГ 300-400 рублей, доставка с ДЭК. В любую страну мира также отправляем. Удобная система оплаты PayPal, если речь идет о международной доставке, но и по России также это выгодно. Не стесняйтесь в прямом эфире в чате задавать вопросы на сайте моего магазина natalimasters.com. Все ссылки вы найдете в первом комментарии и под этим видео. Поэтому все, о чем я сейчас говорю, в наличии. Все наборы ADI, поэтому я решила вам такой обзорчик снять. Все показать, продемонстрировать, расскажу вам, какие есть наборы у меня. И, может быть, вам действительно будет интересно, и вам захочется повязать именно такими спицами, если по каким-то причинам, пока вы этой системой не пользовались. Я думаю, у всех есть обычные ADI на леске, да? Но с этой системой просто прелестная она. Я думаю, если вы попробуете, вам понравится. Давайте начинать. Так, что-то я вам еще не сказала. Ага, еще раз я хочу повторить, так как сотни таких вопросов поступают мне каждый день. Это оплата. Оплатить можно любой картой. Если у вас есть какие-то сложности, когда вы оказываетесь на моем сайте, также работает по-прежнему магазин во ВКонтакте. Кому-то удобнее пользоваться этой площадкой, но там, конечно же, меньше выбор. Там нету тысяч наименований, как в моем основном магазине. Вы можете в прямом эфире, в чате спросить. Всегда всплывают подсказки, так что пользуйтесь этим, не стесняйтесь. В магазине есть телефон, вы можете писать, звонить. Все на сайте найдете. Начну я, пожалуй, со своего старого друга, боевого. Вот мой набор, первый, который у меня появился в коллекции. Нужно, кстати, отдельное видео снять про мою коллекцию наборов разных спиц. Напишите, интересно ли вам будет такой обзор посмотреть. Рабочая лошадка – это базовый набор. Тоже он есть в продаже. С чего же мы начнем? С описания комплекта. И я сразу вам выскажу свое мнение. Я, конечно, без ума от чехлов вот этих конвертиков из очень мягкого дермантина. Видите, он похож на такую кожу самую-самую нежную. Ну, конечно же, это заменитель, но действительно качественный, нежный, приятный и очень практичный. Видите, ничто у меня не случилось за, по-моему, 4 года. У меня уже этот набор. Все прекрасно работает, удобные кнопочки, само все закрывается. Я без ума, но никогда не отстегивала от брошки, да, которая идет в каждом абсолютно наборе ADI, вы, наверное, знаете. Такая милая, ее можно носить как настоящую брошку. И это сердечко, сердечко со стразом. Просто чудо. Так вот тут у меня немножечко разлохматилась замша искусственная. Внутри набор бархатный, как бы имитирует покрытие замшу. Немного цепляет на себя пыль. На самом деле ее нет, а на камере прям какие-то светятся ворсинки. И сами спицы. Давайте подробно посмотрим, что же они из себя представляют. Конечно же, я знаю, что для многих стоит вопрос сравнения ADI Click купить или, например, Чиагу. И я расскажу вам свое мнение и сравним также эти спицы. Хотя есть у меня старенькое видео, я уже сравнивала. Но несколько лет спустя посмотрим, что я думаю сейчас об этом.
от этого набора не сохранилось у меня коробочки. И что же входит в данный набор? Во-первых, 10 пар никелированных спиц от 3,5, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5 нету, 7 миллиметров, 8, 9 и 10. Давайте посмотрим на сами спицы. Я много ими вязала. Они, видите, никак у меня не потеряли свой блеск, да, не стерлись, не затерлись, но вот так вот погасли номера, потому что это действительно рабочая моя лошадка. И здесь самый главный акцент – это кончики спиц. Мы с вами сравним Чиагу, Ади и сравним Ади Лейс, потому что кончики – это самое главное в спицах, их форма, острые ли они, тупые. И данные спицы, я могу сказать, что имеют самые тупые круглые кончики, но в то же время ими удобно вязать, они хорошо цепляют, они не колят пальчик. Так, длина. Сейчас я померяю вам длину спицы. 13 сантиметров. И давайте покажу, так как это актуально, я думаю, для многих. Я покажу вам. Сейчас остальной состав прочитаем набора. Систему. В чем она заключается? Замечательные лесочки. Ади, я их люблю. Они, конечно же, какие-то заломы на них бывают небольшие, но если правильно хранить, я не вижу никаких проблем. Они очень гибкие. Мне они нравятся больше, чем лески Чиагу, вот честно вам могу сказать. Они удобны для тех, кто любит способ вязания Magic Loop. По два изделия сразу на спицах для всяких таких целей. Вот здесь никогда ничто не вылетает, идеальный стык и само соединение. Как оно работает? Вы вставляете механизм в спицу. Там есть пружинка, видите, внутри спицы пружинка, спицы очень легкие. Мы нажимаем и поворачиваем. Раздается щелчок, вот этот клик, и идеальный стык готов. Он действительно почти идеален. Ну, чуть-чуть такое есть, конечно же, препятствие, но оно очень ровное, гладкое. В общем, классно, мне нравится. Я знаю, что многие не любят лески Ади, но я не отношусь к этому числу. Мне нравится. Мне нравится то, что они тонкие. Я люблю тонкие лесочки. Да. Тем более, всегда можно и дополнительные лески приобретать. Я не раз это делала. Просто прелесть. И, конечно же, я люблю их за тупой кончик. Так, в этом наборе у нас с вами что же еще идет? Три съемные лесочки 60 сантиметров, 80 и 100. Соединитель. Вот здесь палочка лежит. Ну, такое, вы знаете, это палочка. Мне нравится, больше импонируют соединители коротенькие. Но здесь вот такая палочка. Она точно таким же способом крепится к лескам с двух сторон. Там тоже этот механизм. Вот расстегнула я. И застегнула. Мне кажется, лучше, если бы он был как короткий. Как, например, у Knit Pro и Knit Picks. Короткая палочка была бы. Но здесь длинная палочка. Вот это, кстати, в моем наборе, это когда дополнительная покупала лески, там тоже в комплекте идет удлинитель, коннектор между лесками. Также в комплекте брошечка и очень удобный чехол, который, правда, на себя все цепляет, всякие ворсинки. И пыль, но все равно он классный. Вот вам состав данного набора. И теперь я покажу вам другие наборы, и мы с вами посмотрим, поглядим, чем отличаются спицы. Чтобы у нас все было методично. Посмотрите, как у меня стерлись надписи. Видите, они, если еще больше использовать спицы, они совсем пропадают. Почти незаметно. Так, вот я ставлю леску со спицей. Видите, как хорошо кнопки закрываются сами собой, да, это очень важно, как, знаете, в дорогих качественных сумках. Важный момент. И лески удобно хранить вот здесь. Здесь у меня лески. Так уже без пакетиков лежат. Никаких больше припомбасиков в базовом наборе нет, но не так уж они и нужны. Теперь хочу вам показать интересный набор жизнерадостного розового цвета. Это набор микс.
что же за таинственный наборчик такой. В этом наборе каждая пара спиц, она разная. Одна спица точно такая же по форме, тупая, а вторая спица от набора Lace. Есть сиреневый еще наборчик, сиреневый, там все спицы более остренькие, Lace. Так, и укороченные тоже есть Lace, посмотрите, также есть у меня в магазине. И сейчас мы с вами сравним. Вот и все, те же самые спицы, только одна остренькая, другая тупая. Для чего это необходимо? Нам с вами это нужно для того, чтобы вязание было более ровным. Так как вы знаете, когда мы вяжем с вами по изнанке, петельки получаются более рыхлые. Кто заморачивается на эту тему, глади и так далее. Так, сейчас возьму какую-нибудь пару спиц и покажу вам. Вот, посмотрите. Одна спица имеет мой любимый тупой кончик, а другая более остренькая. Они разные. Так, номера 4,5, но разная форма. Посмотрите, да, важный момент. И более длинный кончик. Раньше начинается конусообразная форма. Таким образом, вы можете регулировать плотность вязания. Так, вы можете регулировать плотность вязания. Давайте сравним под шестерочка Lace и шестерка классическая. Так, видите, мои более старенькие спицы поменяли оттенок. Никелированное покрытие стало более желтоватое. Но, кстати, в этом наборе тоже немного видна разница. Мне кажется, тупые спицы, они сам оттенок, видите, разница. И в этом наборе тоже. Тут дело даже не в возрасте. Вот такая разница. На большом номере лучше видно кончики. Поэтому, если вы подталкиваете пальцем, подумайте, что вам больше подойдет. Если вы много вяжете ажурных узоров, то более острый кончик, более тупой. Ну, а имея набор микс, просто как бы идеально, да, вы можете варьировать, цеплять петельки острой спицей, а в левой руке у вас может быть спица с тупым кончиком. В этом наборе другое. Здесь такой сатин наклеен на клеевой основе, на флизелин посажен, не бархатная основа, такой жизнерадостный, желтый, с сердечками. Те же номера спиц, только они разные в каждой паре. 80, 100, 120 сантиметров леска, соединитель, такой же коннектор и чехол. Это набор микс. Прежде чем мы с вами перейдем к обзору набора Woolly Hugs, интересного набора, где тунисские крючки идут вместе со спицами. Любопытный наборчик, классный, роскошный. Что я вам хочу сказать, что в сиреневом чехле набор идет лейс. Только тонкие. Здесь у нас с вами половина тоненьких, половина толстеньких кончиков. Если у вас, например, есть уже тупенькие ади, стандартный бейзик, вы можете взять набор лейс. С острыми кончиками, более острыми, хотя они не такие острые, как у Чиагу, мы сейчас с вами сравним. И также есть набор укороченных, тоже лейс. В этом наборе нас ожидают такие же спицы, как в наборе Basic. Номера 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7 и 8. Но набор 3,5, одна спица здесь, такой самый ходовой, она тупая, а другая остренькая. Вот посмотрите, пожалуйста. Это видно, да, наглядно. Все остальные, они более тупые, стандартные, как Basic. Только в этом наборе две спицы разные. То есть в целом одна спица здесь отличается. Дальше давайте поговорим про тунисские крючки. Этот набор идеален для тех, кто вяжет и крючком, и спицами. Просто есть отдельный набор тунисских крючков. Сейчас я вам его покажу. Ади, мой любимый. Часто вы у меня его приобретали в связи с мастер-классами. Мы с вами много вязали тунисским крючком. Здесь 8 тунисских крючков. И одна лесочка идет в данном наборе. Тут 5. И номера 4, 5, 6, 7 и 8. Почему нету
более маленьких крючков. Тунисских не сделан акцент на этом, да потому что нужно вязать очень свободно при тунисском вязании, и в основном проблему всех не нравится. Вы берете крючок неподходящий. Тунисское вязание очень свободное. Тогда получается полотно, похожее на вязание спицами. И в этом и преимущество вязания тунисским крючком. Здесь мы с вами лесками можем переходить от тунисского вязания к спицам и так далее. Удобно закрывать петли, подсоединяя крючок. В общем, море возможностей у этого набора, но хорош он тем, что здесь просто тунисские крючки и спицы, да, вместе. Вся эта система взаимозаменяемая. То есть вы можете, если у вас есть укороченные, тупые кончики, острые кончики, крючки, много лесок, вы можете все это смешивать, пользоваться с огромным удовольствием. Самый красивый, наверное, здесь чехол. Необыкновенный сиреневый оттенок. Красота. Конечно же, есть коннектор. И что еще входит в набор? Лески здесь 9 сантиметров, 40, 60 и 80. Крючки я вам назвала номера. Точно так же сердечки. И отличительная черта этого набора, то, что здесь у нас с вами есть чудесные аксессуарчики. Давайте посмотрим, какие. Я себе тоже приобрела такой набор, не удержалась. Ну, конечно, вам тоже его советую. А для подарка это просто идеальная вещь. Актуальная для спиц Ади измерительная линеечка. Со временем стираются, конечно, номера. Красивые ножнички идут в наборе, очаровашки. Маркеры в виде сердечек. Так, сколько у нас здесь маркеров? Так. 10, по-моему, маркеров. Металлическая качественная игла, да, чтобы выполнять швы. Редкая и очень нужная, полезная вещь – это законцовки. Две законцовки красивые. Для спиц сантиметровая лента. В целом для меня наборы Ади идеальные наборы. Я их люблю прежде всего за систему Ади Клик и за лески, которые мне симпатичны. За то, что не раскручиваются спицы, девочки, кого это раздражает. То, что нужно пользоваться ключами, закручивать спицы. А зачастую сложно их потом и обратно раскрутить. Правда ведь? Поэтому небольшой такой нюанс, непонятный мне. В отличие, например, от NeedPro, где полным-полно законцовок, вот в этом наборе есть законцовочки, и проблема, конечно, в наборах Ади с законцовками. Нет законцовок в наборе базовом. Так, что у нас с вами идет? Вот еще, кстати, в наборе смешанном микс есть для того, чтобы соединять вот такие кружочки, чтобы не выкручивалось из ручек ничего, но такие липкие резиночки, они нужны скорее для спиц, которые закручиваются, например, для чиагу и так далее, да, и для всех остальных. В общем, недостаток я вижу только один малюсенький, то, что законцовки не везде присутствуют, но они почти никогда не нужны, честно говоря, поэтому это не недостаток, а вот такая особенность. И давайте сделаем самое главное. Мы с вами сравним, да, вот у меня полный набор классической длины чиагу, мой любимый, закручивающиеся спицы. Качество самой спицы, конечно же, гораздо выше. Это хирургическая сталь, которая не никелирована, ничем не покрыта, то есть это цельные металлические спицы. В принципе, если вы будете активно, у меня много разных спиц, использовать спицы Ади, вот это никелированное покрытие, оно со временем немножко желтеет. Если совсем их убивать годами, то даже кончики стираются, я знаю, видела такое. И отличие чиагу в том, что, конечно, здесь нечему стираться, здесь нет покрытия, они сами по себе состоят из такой стали, вы знаете, как скальпель, да? Кто видел хирургические инструменты, вот именно из такой стали они сделаны. И давайте сравнивать. Я взяла номер 3,5 чиагу. Также отличительная особенность, что маркировка на чиагу нанесена не краской, а вот так выгравирована, и она не стирается. Нужно закручивать. Для меня это недостаток. С помощью ключа
вот это вот все, вы знаете, эти ключики, которые теряются. И давайте сравним остроту. Так как здесь как раз у нас есть тупая спица 3,5 и остренькая. И остренькая. И давайте сравнивать. Итак, правая спица у меня это Чиагу. Острая спица Лейс, следующая Ади. И классическая тупая спица номер 3,5. Тоже Ади. Вот мы сравниваем. И что вы видите? Вы видите, что самая острая спица, конечно же, это чиагушка. Так, кончики показать максимально вам. И действительно, кончик, он просто острый, вот на ощупь. Он острее всего, поверьте мне. Но это видно, мне кажется, визуально, правда? И если вы, как я, толкаете кончик спицы, вам будет, если вы плотно вяжете, вязать больно. Но многие об этом говорят. Так что учитывайте этот момент. Дорогие мои, где вторая спица? Так, уберу чагу. Вот я вам сравнила, показала. Причем большие номера у чагу. Вот, например, большие. Они тоже такие легкие. Видите, они полые внутри. Но они никелированные. Не никелированные. Они покрыты. Ничем они не покрыты. Они сами по себе вот такие. Легенькие и тоже острые. Даже большие номера, они острые. Удивительно. Но очень удобно вязать ими. Так. Хочется мне с вами поговорить про скорость вязания. На мой взгляд, Ади самые скользкие спицы. И на них безумная скорость вязания. Напишите свое мнение, согласны вы. Или не согласны. Кстати, посмотрите вот в одном наборе, как маркировка сделана, да, по-разному. Более желтенькая, кстати, лейс спица, и которая тупая, бледнее маркировка, и она более кругленькая. Мне кажется, это самые скоростные спицы, безусловно. Самые скользкие, это именно Ади, так как чагу имеют более такое шершавое покрытие. Так, в чем еще разница? Заморочка, я считаю, как бы недостатком в спицах чагу. Конечно, выше качество, поэтому они подороже еще. Недостаток такой в чагу, что у них все спицы делятся на номера L и на номера S. И, соответственно, вот эти разъемы лески, да, более крупные лески, разъемы одни для больших номеров и другие для маленьких. Это неудобно, потому что в итоге, не знаю, у меня, например, так, все маленькие лески для S-ок задействованы, а лески большие для разъема L лежат, да, то есть половина набора лески одни нужны, для половины набора другие. Все-таки у Ади все менее изощренное, и везде лески на все номера одни и те же. Более того, на вот эти супер короткие, тоненькие спицы еще супер маленький разъемчик, совсем крошечный. То есть у чагу вот большой разъем. У меня здесь, по-моему, только большие, поменьше и побольше. А малюсенькие спицы, там совсем крошечный разъемчик. Да, и вот в итоге у меня вот большие номера. Видите, они не задействованы лески, а немножко дефицит есть. Надо еще себе купить эсок. Так, дальше, что я вам хотела рассказать про скорость. Про скорость, да, если сравнивать, мы с вами не сравнивали, но видно, что чуть-чуть, ну, это несущественно, более такие матовый металл чагу. Поэтому скорость, условно говоря, ну, на самом деле такая же, но скользят петельки, мне кажется, немножко, там, на какие-то нюансы похуже. Вот и все, такой подробный я сделала для вас обзор. Мне кажется, никогда такие обзоры не бывают лишними. Что нам еще сравнить? Давайте лески сравним. Например, Ади и чагу. Посмотрите, здесь у Ади всегда это такой пластиковый тросик гибкий. Да, который заламывается, нужно правильно хранить. Ну, достаточно хранить просто колечками аккуратными.
чтобы не было заломов. Если замять спицу, конечно, распрямить очень сложно. Преимущество в этом случае за лесками тягу, но по мне они тверже, потому что там внутри они, конечно, очень качественные. Есть металлический тросик, более того, вот в моем наборе Super Shorties, где тонюсенькие вот эти лесочки, там внутри тоже тонюсенький металлический тросик. Видите, внутри металл, он залит пластиком. Идеальнейший стык, ну, у Ади стык не хуже, но считается, что вот эти лески, ну, на самом деле так и есть, они не так запоминают какие-то заломы, но с другой стороны, они более упругие, они гнутся поменьше. Поэтому у меня, например, как бы нервов бы не хватило. Magic Loop'ом я вообще этот способ не очень люблю вязать. Поэтому они более упругие и более сами толстенькие. Ну, кстати, это и хорошо, то есть петельки на них не затягиваются. Так, ну здесь толщину я не буду сравнивать, потому что еще раз хочу сказать, у тягу три варианта лесок. Вот видите, на леске тоже есть маркировка, что это лесочка для спиц больших номеров. А у Ади все лески одинаковые. Так, ну увлеклась, можно, наверное, бесконечно разговаривать про эти восхитительные наборы, классные. Советую вам, рекомендую, порадуйте себя. Сейчас мы все с вами в замкнутом пространстве, нужно чаще себя радовать разной красотой. И инструменты – это то, что всегда актуально, всегда будет вас, в отличие от пряжи, которая все-таки такой вариант сезонный, пряжа и морально устаревает и так далее, а инструменты это прекрасно, это можно собирать и коллекционировать, я вам советую собирать и коллекционировать инструменты, а не пряжу, но пряжу, конечно же, тоже. Восхитительные новинки, которых сейчас так много в моем магазине, сколько сейчас новых видов пряжи, обязательно заходите и смотрите. Так, что я вам еще хотела показать, такой наборчик очаровательный появился от Prim 20 сантиметров, набор чулочных спиц, новиночка, посмотрите, какой интересный, такой тигровый, черный с коричневым переливы. Я люблю прозрачные чехлы из такого пластика, это моя слабость, мне нравится, когда все видно. Пожалуй, если сравнивать чехлы, то, конечно, у Ади чехол лучше, чем тягу, на мой вкус. Ничего не имею против хлопка, но хлопок здесь, он настолько нежный в этом чехольчике. Тоже пылесборник. Чехол у тягу. Тоже все липнет. Видите, он черненький. И он какой-то мягкий. То есть внутри него, видите, ничего не вставлено. Такой мягкий, рыхлый. Так что только вам решать, какой же набор вашей мечты. Все-таки все сравнивают в основном тягу и Ади. И я вам свое мнение рассказала. В основном наборе есть места, видите, здесь можно и укороченные потом хранить спицы. Удобно. Так, надо сюда переложить, кстати. Может быть, в одном наборе, но чехлы у Ади, по-моему, гораздо симпатичнее. Такие мягкие, крутые, жизнерадостные оттенки. Сиреневый, фиолетовый, желтый. Просто прелесть. Проходите, смотрите. На этом я свой обзор буду заканчивать. Буду снимать для вас другие мастер-классы. Огромный выбор также NITPRO инструментов. Очень продвинулась эта компания в изготовлении инструментов. Я вам искренне от всего сердца также могу порекомендовать. А на этом все. Жду вас в своем магазине и увидимся в следующем видео. Пока-пока. Не забываем поставить пальчик вверх, если вам оказался полезным мой обзор.